Наиболее часто встречаемые препятствия для роллера после бордюра – это ступеньки. Первое, с чего вам нужно начать, это определиться, каким боком вам удобнее стоять при подъеме на ступеньках. Переносим вес на ногу, которая дальше от ступеньки, а та, что ближе, поднимаем вверх и ставим ее на первую ступеньку. Затем приподнимаемся и подставляем вторую ногу. Повторяем это упражнение до момента, пока ступеньки не кончатся. Важно помнить, чтобы всегда удерживали баланс на одном месте, чтобы вы не уехали ни вперед, ни назад. Второй вариант – это перевешки. Подъем начинаем с крайней ноги, зашагивая на ступеньку. Вторую подставляем на ступеньку выше. Один шаг – одна ступенька. Третий вариант – это крабик. Нужно сильнее развернуть ножки в сторону и подняться привычным человеческим способом. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя переносить вес назад. Спуск по ступенькам совершается так же, как и подъем в первом и во втором варианте. А третий вариант – это серф по ступенькам. Совет дня. Спрашивайте других роллеров, они всегда помогут вам. Ровных вам ступенек и удачных восхождений!